Карапуз представляет. Всем привет, друзья! Сегодня вот такая большущая команда Hot Wheels собралась, ну, наверное, не зря. Как вы уже догадались, из этой большой команды самые активные, самые сильные, мощные, смелые отправятся, конечно же, на соревнования, на гонки. Но для этого нам нужно попасть на эти гонки. То есть гонки-то происходят в другом городе. А для этого нам нужен спецтранспорт. И сегодня предлагаем вам познакомиться вот с таким замечательным грузовичком, который, вы уже как видите, может перевозить такие вот спортивные машинки. Сейчас мы его достанем из коробочки. Вот, смотрите. Получается, вот тут вот как бы открывается крышечка и специально влаживаются наши машинки. Ладно, не будем гадать, что и как расположено. А сейчас мы просто вытащим наш грузовичок и посмотрим, что он собой представляет. Ага, вот, посмотрите, четко нарисована здесь машинка. Значит, мы можем вот сюда вот залаживать наши машинки. И, судя по всему, наши Hot Wheels подойдут для этой полочки. Так. С этой стороны уже есть небольшая команда. Ага. Она еще и вот с таким поддончиком. Ну, ребята, вы пока подождите, мы вас оставим в городе, а на соревнования поедут специально отобранные лучшие из лучших. Итак, начинаем загружать наш грузовичок. Давайте возьмем одну машинку такого вот расцветки. Вот такой минивэн зелененький. Ну, наверное, минивэн не закроется. Нет, получается. Так. Одну серебристую. Красную возьмем. Желтую. И вот такую вот синюю. Вроде бы как все умещается. Есть. Вот как активно мы быстренько загрузили одну сторону. Давайте приступим ко второй команде. Итак, вот сюда загружаем наш такой вот боевой красный. Вот сиреневую нашу рекордсменку. Синенький. Вот красавец Hot Wheels. Hot Wheels оранжевый. С таким блестящим мотором. Вот такую вот салатовую. И возьмем вот такую вот бежевую. Итак, друзья, мы уложили и вторую сторону. Закрываем наш контейнер и наш грузовичок. Посмотрите, с двух сторон полностью загружен, может отправляться в путешествие, отвозит наших спортсменов на гонки. Вот такая, друзья, была новиночка сегодня. Наши Hot Wheels, которые остались, наша команда будет ждать возвращения наших спортсменов с победой. А мы с вами прощаемся, до скорых встреч, до новых новинок. Всем пока, друзья!